Добрый день, друзья! Я Быстрый Олень вновь с вами. Сегодня воскресенье, 17 июня, и мы с друзьями в Мариленде. Это Ниагара Фоллс. Здесь интересно, и я попытаюсь рассказать, что мы сегодня увидим. Сначала нужно изучить карту. Мы будем где-то через 2 недели в дикой природе. Интересно. Вот она к нам плывет. О, какая. О, какой здоровый ты, кстати, да? Вот они такие красивые белые киты. Может, фотоаппарат лучше? Посмотри, смотри на это. Цирк показывает. Здесь детский садик белых китов. Здесь как в сказочном саду всякие разные теремки, драконы, рыбы большие. В общем, попали в сказку, одним словом. Здесь детки получают удовольствие, а взрослые превращаются в детей. Взрослые детки. Красавцы. Вы такие здоровые, можно, они прям выпрыгивали там. Вообще рыбы здесь ручные. Если палец засунешь, они тебя за палец схватят. Ну, вообще-то да. Вон розовенький красивый, как попугай. Помнишь, у них зубы же есть, да? У них зубы. Ну, давай. Не, зубов нет. Они тут еду им продают. Ну, сейчас как... А вон, смотри, какая красивая. Золотая. Ух, морда. Ну и промазал, дури. Плю-плю. Чайка сзади, 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 чайка. Сейчас группа тебе плюнет. Не подплывай. Они не видят. Мне каждый раз топали чайки в Майами. Вы были? Да. Не берется рулыка. А здесь гуляют мишки. Вот такие смешные мишки тут сидят. Потому что здесь плохо грязно. У кого красиво? Это у меня кандалы.
тобой, чем идешь? И помойся. И мы попали в логово дракона. Вот он какой. Страшный. И вот мы заходим туда, внутрь. Я пахну, что он взял мент. Вот, видишь? Сейчас сюда, вот. Дракончик. И мы доехали. Вот только что родился. Маленький такой. Олененочек. Эта порода оленей называется красные, Red Deer. Можно покормить. Родственники быстрого оленя здесь. Такие они большие и красивые. Вот это... Это две подружки оленя. Красавец такой. А разные формы рога. У молодых всех, смотри, вот так, у того вперед идут, а это вверх, да? Да. Эти олени называются вапити элк. Они немножко побольше, чем красные. That was a boy. Oh, he took it all, Bella. Они ее сразу полюбили. А дальше быстрый олень ведет своих друзей в парк оленя. Пятнистый олень. Ну, идите. Быстро, маленький. Идите, будем сфотографироваться. Иди. Иди, будем знакомиться. Ну, иди. Иди, будем знакомиться. Ну. Что здесь хорошо? Здесь стоят такие домики, можно купить еду для оленей и покормить. В таких стаканчиках. Встал и отдыхает. Дрессировка. Не хочет. Попробовала, наверное, горькая. Она, наверное, горькая, да. Ну, наверное, горькая, нет. Не хочет раз, больше не любит. А я другие даю. О, это ест. С удовольствием. Она знает, что видишь. Ну, по запаху, видимо, знает. А после прогулки можно посмотреть представление дельфинов.